Кішкентай жылдыздар үлкен байқауда. Ең дарында, ең өнерлі өрендер бала шабыты байқауында. Мы рады после долгого перерыва приветствовать наше уважаемое жюри и участников на конкурсе Наурыз Фест международного конкурсного проекта «Бала Шабыты». В этом году для всей молодежи Казахстана важны две даты – 30-летие независимого Казахстана и 25-летие самого молодого и продвинутого, элитарного, но все же народного вуза нашей страны – Евразийского национального университета имени Льва Николаевича Гумилева. Каждый выпускник школы мечтает назваться студентом ЕНУ, потому что только в этом университете сложилась уникальная атмосфера патриотизма, актуального образования и взрывной энергии молодости. А сегодня Евразийский национальный университет распахивает свои двери и для тех, кто только пошел в школу. Да что там в школу, в детский сад. Данный конкурс проводится под эгидой Евразийского национального университета. 25 лет ЕНУ, 25 лет флагману казахстанского высшего образования и науки.